При записи этого ролика у меня возникли некоторые неполадки, и звук на видео был просто уничтожен. Поэтому я взял запись с камеры. В следующих видео я это исправлю. Спасибо за понимание. Сегодня я покажу, как написать грустный хайперпоп бит. Вот в этом ролике я объяснял вам, как свести хайперпоп вокал. И там я использовал бит, который я сейчас покажу, как сделать. Ребята, у нас формируется свое комьюнити. Мне очень приятно. Особенно в Телеграме подписалось довольно много ребят, с которыми мы там иногда общаемся. Это довольно круто. Поэтому, если вам не сложно, обязательно поставьте лайк на это видео. Так вы поможете этому ролику продвинуться в рекомендациях, а также смотивируете меня делать их чаще. Выставим 165 dpm. Возьмем вот такой вот плейк и пропишем вот такую вот мелодию. Мелодия простая. Ну и, конечно же, вы здесь вот можете нажать Happy, Scale, Highlighting и выбрать Minor, Natural, чтобы проще было прописывать ноты. Для второй мелодии я выбрал вот такой вот лид. Вторая мелодия, на самом деле, еще проще звучит, она вот так вот. Как видите, здесь повторяется три раза один и тот же мотив, и просто в конце я чуть-чуть разнообразить хотел эту мелодию. Снизу есть корневые ноты, но они по сути никак не влияют. Я их добавлял с надеждой, что они будут с помощью порта добавлять интересный эффект, но без них типа то же самое получается. Поэтому по сути они даже здесь не надо. Для третьей мелодии я взял вот такой вот лид. Довольно интересно звучит, и прописал вот такую мелодию. Она играет в сочетании с прошлой мелодией, и тогда становится понятнее ее звучание. Ну и, конечно же, мне нравится добавлять разный вокал в хайперпоп биты. И здесь я тоже это сделал. Я нашел вот такой вот голос. Как слышите, он жестко обработан. Без обработок он звучит вот так вот. Такого вот звучания странного я достиг на нем с помощью Little Alter Boy, то есть поднял форманту на 12 полутонов вниз, выкрутил почти на максимум pitch и drive, поменял здесь мод и получил вот такое вот странное очень звучание. А потом прописал вот такой вот паттерн. Я сделал его с помощью плагина SliceX. Это встроенный плагин FL Studio. Сюда вы можете закинуть, по сути, любой звук и нарезать его. Я нашел звук, это даже не вокал, но что-то похожее. Просто для примера подойдет. Мы его перетягиваем сюда и здесь нажимаем на вот эту вот кнопочку с регионом Auto Slice и выбираем режим. Ну, вам подойдет Medium Auto Slicing. И у нас этот плагин автоматически разбил на регионы, на ноты наш звук, то есть каждый отдельный регион — это отдельная нота. Теперь мы можем зайти в наш паттерн, и у нас будет этот звук с помощью нот вот так вот проигран. И теперь у нас каждый вот этот момент регион — это отдельная нота, и мы можем прописать любую мелодию. Я свой паттерн зарендерил, немножко ее нарезал, свою мелодию как раз таки уже на плейлисте, и получил вот такое вот звучание. Довольно прикольно звучит, очень электронно. Как раз таки для хайперпопа отлично подходит. Очень динамичная мелодия получилась. Сюда подойдет динамичная драм-партия, которую я сейчас покажу, как сделать. Конечно же, как я могу написать бит без моего любимого баса Serama Bass Favorite. Вот так вот он звучит. Я его никак не обрабатывал. Лейрим его с еще одним басом, но уже сэмплом. И получаем вот таких вот два паттерна, которые полностью друг друга повторяют, и вот так вот они звучат. Очень стандартный бас для хайперпопа, все по корневым нотам. В конце просто на октаву нотку последнюю поднял, и все. Аж три снейра. Все их залейрил, и вместе они вот так звучат. Добавил сюда вот такой вот топ-хэт и вот такой вот хай-хэт, почти ровный. Ну и, конечно же, как обойтись без кика, причем двух киков, которые залейрены. Получилась вот такая вот простая кочевая драм-партия.
И, собственно, бит готов. Добавим пару эффектов, максимально стандартным образом сделаем аранжировку. Мне кажется, максимально просто, и звучание получилось довольно прикольное. Если вы смотрели прошлый ролик по сведению вокала, то вы знаете, как этот бит звучит. Но если нет, то обязательно посмотрите вот тут по подсказке. Там я рассказываю, как свести хайперпоп вокал. Показываю наглядно. И там у меня получился полноценный хайперпоп трек, который звучит довольно неплохо. Подписывайтесь на мой канал. Обязательно ставьте лайки, чтобы выходили такие ролики чаще. Не забывайте, что у меня есть группа «Спасибо, Влад». По ссылке в описании. Там куча крутых битов. Если хотите как-то со мной пообщаться, повзаимодействовать, то обязательно переходите к нам в Телеграм. Там уже почти 100 человек. Кстати, мне совсем недавно исполнилось 18 лет. Спасибо всем, кто меня поздравил в Телеграме. Вот эти люди. Я сейчас работаю над разными проектами. Думаю, в скором времени на канале появится что-то довольно интересное. Ну а теперь давайте послушаем результат. Если вы хотите послушать, как на этот бит ложится вокал, то просто посмотрите вот это видео. Всем пока!